правильный треугольник, а внутри него взята любая точка, можно провести параллельно стороне, здесь провести параллельно стороне, и здесь провести параллельно стороне. И в таком случае, если все рисовать аккуратно, ну, в точности взять 60 градусов и так далее, то тогда будут вот такие вот отрезки равны, и вот все вот эти углы будут 60 градусов. Это все понятно? Значит, это называется равнобочные трапеции. Равнобедренные трапеции. Все это было просто так, предисловие. А теперь задача. Разрежьте квадрат и разрежьте равнобедренный прямоугольный треугольник. То же самое на равнобедренной трапеции. На что еще? Трапеция – это фигура, у которой две стороны параллельны, две другие не параллельны. Равнобокая – это значит, что боковые стороны равны. Понятно?